Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небесной Жизни. Сорян, стрим уже не стал запускать, так как заново все настраивать, это долго, а тут чел хочет еще в слоты поиграть. Так, от 500. Так, стрим завершен, буду писать. Ой, блин, вот это неудобно, неловко вышло. Типа одна часть в этом чате, а другая. Ладно. Так, окей. От 500 до 1500. Не помню, вроде бы, но до 1500. Так. Можно. Можно. Все, окей, готово. Ой, куда я? Только не реклама. Ну ладно, тут сразу крестик есть. Так, слоты. Сколько было внесено? 500. 2500 мне X5-ка. Серьезно? Чел, поздравляем. Так, 2500 монет. 2500 монет. Это не утверждение, если что. Нет, не надо. Зачем? Да ладно. Серьезно, 5К монет? Офигеть! У меня само подгорело только что. Я не ожидал, что реально можно будет окупиться. Типа, что? Что, простите меня? Я сам вручную проценты настраивал, чтобы окупиться можно было с микровероятностью. Серьезно? И челу повезло. А вы говорите, я выигрывать буду. Ну-ну, конечно. Ну-ну, конечно. Так, нажать любую кнопку. Было внесено 1000. 1500. 1500. Пытаемся. Мне кажется... Погоди, я, кажется, понял, в чем дело. Я старый код запустил. Сейчас чекну, короче. Если там старый код, то да, там проценты старые. Где реально очень легко выигрывать. Кажись, я ложанул. А, ваша ставка сгорела. Сейчас. Ставка сгорела. Блин, я не понял. Сейчас, секундочку. Да, это старый код. А, не, погоди, коэффициенты новые. Нет, это новый. Это какой? Да, это новый код, лол, чел на моем новом коде, где почти нереально подняться, выиграл 5К, серьезно. 5 монет, погнали, next. 500, ставка сгорела.
Вот, когда ты будешь CBA, извини, что не знаю, как правильно прочитать ник, но моя рекомендация, вот когда ты выиграл, уходи, просто уходи. Ставка сгорела. Потому что реально, когда, ну, типа, азарт, это классная штука, конечно, периодически бывает, когда этот самый азарт направлен не на азартные игры, а на что-нибудь по типу, а давайте-ка я попробую выучить программирование, не знаю, например, да? Или там освоить какой-то навык. О, во-во-во. Все. Молодец, молодец. Хвалю. Все, можете. Потому что иначе сейчас начнется все не так. Спасибо за игру. Все, сорян за такой короткий ролик, но надо было в любом случае его сделать, потому что иначе были бы вопросы по поводу того, а правду ли я делал, типа... Ну, короче, не кинул ли я вот этого человека. Бляха-муха, капец, ему сразу же повезло. Все, спасибо, всем пока, до новых встреч, пока-пока, всем добра.